Югорскому фонду капремонта исполнилось 10 лет. За годы его работы жилищные условия улучшили более 600 тысяч югорчан. Отремонтированы более 1800 многоквартирников. За эти годы подрядные организации заменили более 1500 лифтов. Общие затраты на обновление домов югорчан составили свыше 26,5 миллиардов рублей. По уровню собираемости взносов за капремонт наш округ занял 19 место в России и 3 место по Уралу. Несколько лет собираемость превышает 100%. Регулярность платежей жителей округа позволяет своевременно обновлять крыши и утеплять фасады, менять инженерные коммуникации. Таким образом, продляя жизнь домов югорчан. Рейтинг управляющих компаний стимулирует их работать лучше. Такое мнение глава региона Наталья Комарова выразила на встрече с руководителями коммунальных служб в рамках второй региональной конференции с представителями отрасли ЖКХ. Специалисты собрались в столице округа, чтобы обсудить исполнение поручений губернатора по итогам встреч с югорчанами, а также проблемы, которые стоят перед профессиональным сообществом сегодня. Наталья Комарова отметила положительное влияние ежегодного рейтинга управляющих компаний на их работу. Такой рейтинг составляется голосами самих собственников. Основные критерии, по которым оценивают управляющие компании – удовлетворенность услугами, работа с жильцами, проведение собраний, скорость реагирования на заявки и качество содержания многоквартирного дома и придомовой территории. Впервые такой рейтинг составлялся в минувшем году. Тогда участие в опросе приняли более 4000 югорчан. В этом году в исследовании приняли участие уже в 2 раза больше жителей округа. И как вывод, как следствие, у организации лидеров количество обслуживаемых домов увеличилось по статистике на 10%. И наоборот, у тех, кто занял последние места в рейтинге, число домов сократилось почти на 25%. Грузовик с новогодними подарками отправился из Нижневартовска на Донбасс. Но подготовил их не Дед Мороз, а югорчане. В столице Самотлора завершилась акция «Нижневартовск детям Донбасса». Северяне собрали для маленьких жителей новых регионов сладкие подарки и наборы для творчества, школьные принадлежности, книги, игрушки и развивающие игры. Подарки предназначены для воспитанников детских садов, младших школьников и ребят из детского дома. Маршрут новогоднего каравана пройдет через города Брянка, Стаханов, Мариуполь, Макеевка, Горловка и еще несколько сел Донецкой и Луганской народных республик. Также волонтеры передадут подарки воспитанникам Рубежанской школы-интерната. В этом же автомобиле нижневартовские волонтеры везут груз и для взрослых. Адресные посылки для бойцов, участников спецоперации, от родных и близких. А также оборудование и медикаменты для госпиталя, где служит первая югорская женщина, контрактница, медработник из Нижневартовска. Организаторы акции – общественные организации «Фонд поддержки семьи» и «Совет отцов Нижневартовска». Их поддержали горожане и жители других муниципалитетов Югры. Эта акция уже вторая акция у нас, когда собираются все жители города вместе и делают одно общее дело. Это и бизнесмены, и учителя, и рабочие, то есть абсолютно все. Церковь очень сильно включается, администрация города. Хотелось бы, чтобы эта акция приобрела окружной характер, и как бы все муниципалитеты делали похожее, что-то похожее, потому что дети, которые там сейчас находятся, им не то, что не хватает тепла и света, им действительно нужна эта радость, которую мы им везем.